Почетным гостем Петербургского международного экономического форума в этом году стал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Вечером 2 июня он провел встречу с главами 16 российских регионов, сотрудничающих с Индией. Встречу провел вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин. Губернаторы и участники мероприятия рассказали об уже существующих и перспективных направлениях сотрудничества с республикой. Нарендра Моди отметил, что следует создать механизм взаимодействия российских регионов с Индией, чтобы делегации имели возможность посещать разные штаты Индии для обмена опытом. Было высказано ряд идей, например, ежегодно проводить конференцию с участием индийцев, обучавшихся в России. По мнению индийской стороны, это позволит создать механизм изучения языка для иностранных студентов. Дарья Сударева, новости Ульяновской правды.